расскажу я вам сегодня про очень интересный снаряд, про молот. Все видели молот, все занимались, наверное, кроссфитом. Ну, кто им действительно занимался, тот обязательно махал вот такой кувалд. Ну, такой или другой, на длинные ручки, бил по покрышке и так далее. Ну, мало того, что немногие знают, как надо бить правильно по покрышке и какие существуют упражнения, на самом деле, как это непросто, да, бить по покрышке, казалось бы, такая ерунда. А с молотом существует масса разных упражнений, когда им не надо бить вообще ничего. То есть им нужно просто определенным образом правильно махать. Со скручиванием корпуса, с определенными амплитудами, движениями. И тогда им можно заниматься даже без покрышки, не ударяя ни почему. Но я вам сегодня хочу рассказать не просто, вернее, не о том, как надо заниматься. Об этом у меня есть целый цикл, значит, отдельных видео. Ссылки я дам под видео. Вот, а расскажу вам про молот. Значит, мы находимся сейчас в Иваново, в клубе Fight Fitness, где есть уникальные молоты, которых, наверное, нету нигде. Ну, по крайней мере, я нигде не видел. А все потому, что мы сами разрабатываем разные снаряды, мешки, макевары и так далее. То есть фирма Будушин, которая производит эти снаряды и разрабатывает различные самые снаряды. Вот она и занимается и производством таких вещей, и продвижением их. И в клубе Fight Fitness есть и макевары по Будушин, и мешки под брендом Будушин. И вот есть интересные молоты, которые мы придумали. Что это за молот? Ну, казалось бы, внешне. Он напоминает обычный молот. Видите, он такой здоровенный, да, кажется, весит там, ну, 1,5 пуда. На самом деле это вовсе не так. Он на самом деле весит, ну, 12 кг, наверное. Вот. А почему же он такой здоровенный? Это полет еще больше. А это не просто так. Дело в том, что внутри вот эта штука, она пустая. Она сварена из толстостенного металла, из толстого металла, в 0,5 сантиметра толщиной, а может даже больше, наверное, 8. Вот. И внутри там просто пусто. Вот. А для чего это дело сделано? Это сделано для того, чтобы можно было постоянно прогрессировать. Дело в том, что в нем сейчас замаскирована пробка. Ее не видно. Она закрашена. Ну, можно вообще это было не закрашивать. Это пробка на резьбе. Ее вывинчиваешь отверткой. И, в принципе, туда, значит, можно накидать, она, предположим, со свинца, расплавить. Или просто насыпать дроби, и молот станет намного тяжелее. Можно песка насыпать, можно расплавить алюминий туда, можно воды налить туда и закрутить там пробку. И молот делается тяжелее. Если оттуда надо будет расплавленный металл убрать, просто кувалду нагреть, и через эту же пробку можно обратно вылить. Если это сыпучий материал или просто вода, то просто пробку открутили, высыпали или вылили. Все банально. И тогда можно, по мере того, как вы будете прогрессировать и заниматься, можно будет увеличивать вес этого молота. Вот. И тогда вам не надо будет иметь для личных тренировок большой набор какой-то кувалд. Вот у нас есть тут 3, и варьировать можно вообще по-всякому. Если его полностью, такой молот, залить свинцом, он будет весить 2 пуда. Не знаю, кому такой молот вообще по силам будет. Если водой налить, ну, сразу вот будет на 2 килограмма больше, это как минимум. Ну, так вот. Так что берите на вооружение, можете попробовать сделать такой снаряд сами, а можете заказать его у нас. Как это сделать? Переходите на сайт Будушин, пишите по e-mail, который указан под этим видео, заказывайте, мы вам все расскажем, обязательно перезвоним, расскажем, вышлем вам эту вещь. А можете приходить просто к нам в клуб и заниматься. До встречи, друзья. Всем здоровья, большой силы, выносливости и долголетия. Спортивного удачи.